Так, всем привет, ребят. Продолжаем работать на ферме на карте село Ягодное. Сейчас мы отправим трактор, пускай он дальше поле удобряет. Он его еще не все удобрил. А мы тем временем повезем продавать урожай. Так, вроде вот так. Ну-ка. Все, поехал, нормально. Нормально. Так, берем КамАЗик наш. А где он? Не здесь. Так, точно не здесь. Ага. Повезем сейчас на сою продавать. Развернусь, хватит, нормально. Так, заполняем сейчас. Соевые бобы, да. Кстати, довольно-таки много их у меня получается. На две ходки даже. За одну ходку я не отвезу. Потому что цена на нее сейчас падает. И нужно, пока она еще сильно не упала, продать ее. Она по 3 с чем-то у меня. Сой сейчас идет. Да, 3 с чем-то на крупяный завод. Это получается, мы едем сейчас вот сюда вот. Вот сюда вот, на крупяный завод. То есть мы сейчас поднимемся кверху. Проедем мукомольный завод. Получается, направо уйдем и крупяный завод будет. Так, ну что ж, поехали. Тем более такая погода, она особо такая. Ничего, как говорится, в полях не поделаешь особо. Как раз только куда-нибудь ехать и столько. В кабине в тепло сидеть.
Так, у нас слева будет вот завод, мы его проезжаем и уходим направо, получается. Это у нас какой-то мукомольный, да, что-то такое. Не успел. Вроде мукомольный завод. Да, вот дорога повернула направо. Получается, нам и сворачивать-то особо никуда не надо. Просто едем по дороге и приедем куда надо. Так, это у нас получается здесь стоянка большая. Так, вот мы приехали. Вот здесь, по-моему, да? Крупяный завод, да. На крупяный завод. Так, ну тут получается одна точка продажи у них. Здесь продаем, ну да, тут же подписано. Так, продаем. Все, денежка пошла. Отлично. Хорошая денежка получается за сою и прицеп. Ну, получается, где-то мы продали на 127 тысяч. Довольно-таки неплохо. Прямо вообще шикарно получилось. Едем сейчас, второй рейс надо сделать. Второй рейс надо сделать. И там еще останется чуть-чуть соевых бобов этих. Места не хватает для новых поддонов. Сейчас разберемся, что там не хватает. Так, ну что, обгоняем ее. Вроде встречки нету. Летим конкретно 90 километров в час. Самое главное, чтобы переезды были открыты, потому что, опа, а поезд едет?
Смотрите, влетел. Надо же. В тот раз он не смог заехать, он почему-то плелся и встал в горку, все, и не смог заехать, а сейчас прямо влетел. Непонятно, хотя мы знаем, что он сюда пустой ездит. Так, нам направо здесь, потому что прямо дорога закрыта. Да, и здесь налево. Оп. Наполняем. Это что такое? Так, давайте наполним цистерну у него. Закончилась она у него. Как раз, наверное, сейчас там с коровник это уже последнее с этой ямы, наверное, заберу. И потом уже можно будет покупать навоз этот жидкий. Да, тут осталось чуть-чуть. Интересно, полностью это, наверное, да, не заполнится. Сейчас докупать будем. Все, половину, можно сказать. Так, давайте вот подъезжаем сюда и докупим. Отлично. Грубо говоря, одна цистерна будет полной выходить примерно $500. Давай-давай, езжай. Все, нормально, поехал. Нормально. Так, дай мне выйти. Я вот что думаю, вот эту машину, нужна ли она мне или нет, непонятно еще пока. Так, что там, шерсть, что-то написал, нету места. Нету места.
А, мешаются, наверное, да? Мешаются. Хотя тут место еще есть, но уже писал, что нету. Давайте сейчас переместимся, где у нас не то, не то, не то, не то. Можно даже вот на этом. Так. Давайте отодвинем там пару политиков. Фары, конечно, не светят конкретно. Вроде бы ближний свет, а светит как будто дальний. Давайте, знаете что, уберем прямо на склад. На новый наш склад такой. Так, ветку я так и не спилил, но ладно, как-нибудь спилю. Просто пока еще не до нее забываю. Так, нам нужно переставить эту клетку. Переставляем ее пока. Только по-быстрому, иначе сейчас следующая клетка появится. Вот так вот. Все, отлично. Эту забираем. Так, здесь пока оставлю его. Все. Где там наш КамАЗ? Нужно вторую ходочку-то сделать. Опа. Вовремя проехали. Ну вот, сейчас он нормально въезжает на скорости. Поезд, я имею в виду.
Так, и у нас сейчас должно быть, по идее, 290 тысяч. 290 тысяч. Сейчас как продадим, будет где-то, да, 290 тысяч. А это говорит о том, что можно будет уже ставить завод, ну или правильнее, наверное, фабрику по производству тканей. Но не в этой серии, конечно, наверное, может быть, уже в следующей серии можно будет поставить фабрику по производству тканей. Потому что сам мод показывает цену 2000, но это не как-то будет нечестно. Поэтому я взял среднюю цену где-то. Да, там же ничего не мешало, куда он там впилился-то? Жесть. Тут эти местные вообще все слепые. В общем, сама фабрика стоит 2000, но это будет нечестно за такую цену целую фабрику ставить. Тем более она не маленькая. Поэтому я принял решение. Я просто со своего счета спишу 200 тысяч. Я думаю, это будет честно. 200 тысяч как раз, в принципе, многие... Фабрики, заводики, они стоят как раз от 50 до 200 с лишним тысяч. Я думаю, вот 200 тысяч будет нормально. Так, выгружаем. И то, по-моему, уже цена еще упала, потому что за 63 тысячи выходил кузов у меня полный, а сейчас 62. Да, упала цена немножко, но тем не менее 292 тысячи. Даже можно сейчас, просто я вам покажу. Так, не, не то, вот она. Видите, у нее цена стоит 2000. Ну, это несерьезно. Несерьезно. Будет 200 тысяч она стоить. Поэтому 200 тысяч я спешу. Нам нужен хлопок и шерсть. Но я надеюсь, это можно и по отдельности, конечно, завозить. Хотя не знаю, может получиться так, что я шерсть поставлю, а мне скажут, не, нельзя, нужно еще и хлопок. Вот это будет, конечно, проблема. Придется тогда еще и хлопок. Ой, видите, какая фабрика большая. Вот такая вот. Так, ну что, ребята, на этом все. Вот такая была серия. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.